Любовь – моя зависимость и моя свобода, мое солнце, моя луна. Без нее словно умираю. Ощущать, что тебя любят, что ты кому-то нужен – это прекрасно. А взаимность? Она дает надежду и веру на будущее, которое проведу с ним. Нам предначертано было встретиться и прийти друг к другу такими, какие мы сейчас. Бог не дает нам людей, которых мы хотим. Он дает нам людей, в которых мы нуждаемся. Они причиняют нам боль, любят, учат нас, ломают нас, чтобы превратить нас в того, кем мы пришли друг к другу. Сейчас мы точно с тобой знаем, что мы любим, и кроме нашей любви нам ничего не нужно. Многие мечтают о богатстве, машине, а мы думаем, как побыстрее жениться, когда родить сына, а когда дочку. А может быть, сразу двоих? Я точно уверена, что ты меня любишь. Помню, как-то ругались, а ты мне сказал: такое ощущение, что ты стал моим сердцем. Если ты уйдешь, я умру. Ведь человек не может жить без самого главного органа. Тогда я задумалась о своем поведении, о поступках. Я всегда сначала делаю, а потом думаю, правильно ли я поступила. Теперь будет все иначе. Я докажу. Помню, ходили тут, мечтали. Ты мне рассказывал о своем будущем, в нем была только я. Боже, как это было приятно слушать. Ты залез за этот мост, помнишь? А как я боялась, что ты упадешь с него. Вот оно, наше любимое место. Наша аллея, где столько воспоминаний и ни одного плохого. Их вообще нет, все ссоры и обиды. Из них мы извлекли только хорошее. Плохое быстро забывается. В воспоминаниях остается только лучшее. Ты сейчас далеко, отдаешь долг родине. Армия, ты многому научила и столько дала почувствовать. Мне до него 800 километров. Мне до него 18 часов 35 минут. До него год длиной целую вечность. Скоро Новый год. И знаешь, хоть мы сейчас очень далеко, я буду мысленно с тобой. И мое желание под бой курантов будет одно. Я хочу держать твою руку и все. Я хочу держать твою руку и все.